Т. Темпераментное сражение. Перевод Action Studio Ленинград. Поет. Ем шпорт. Во дворце спорта собралось уже 4000 любителей этого вида борьбы. Вначале поясняем правила. Здесь демонстрируется то, что запрещено в этом виде борьбы. Не разрешается хватать противника за одежду. Такие виды атаки в Каокушинка абсолютно запрещены. Запрещено также нападение на лежащего или пытающегося встать противника. И это, конечно, тоже запрещено. А теперь посмотрим, что допускается. Позже мы побольше расскажем об этом виде спорта. Прямой удар. Когда противник из-за такого удара отступает. Фольтреффер. Это полный удар. Это базари. Это пол очка. Что, собственно, пол очка? Это сейчас видно. Что такое базари? Благодаря такому удару и виду атаки, после которого противник упал, встает в течение 5 секунд. Тогда решает судья, а по правилам за базари пол очка. А это уже очко. 1, 2, 3, 4. После 5 секунд судья принимает очко. Пол очка. И пол очка, это тоже очко. Судья принимает решение. В конце отведенного времени судейство принимает решение, которое окончательно. Если результат ничейный, дается еще одна минута. Когда видно преимущество одного из спортсменов, поднимает белый или красный флаг. Если опять спустя одну минуту ничья, дается одна минута, и победитель определяется по количеству расколотых деревянных плит. У кого больше, тот и победил. Как мы видим, правила довольно простые. Первый поединок между молодым голландцем Педером Смитом и Монтвилла из Швейцарии.
Я, der kleine Montwiller aus der Schweiz. Маленький Монтвилл из Швейцарии должен прилагать значительные усилия против голландца. Оба атакуют рискованно и могут ранить друг друга. Сейчас удар провел Смит. Hier drückt Smith Montwiller. Это удар называется Итакири. Итакири. Ein richtiger Kniestoß. Настоящий удар коленом. Маленькая ошибка. Решение принимает судья. Судья Петер Фокс. Делает первое предупреждение Смиту. Итак, внимательнее, дорогой голландец. Ein verbotener Stoß trifft. Запрещенный удар Манфреда Веллеру по голове. Уже второе предупреждение Смиту. Он рискует быть дисквалифицированным. Müssen wir gucken. Smith erhält das zweite Mal eine offizielle Verwarnung. Somit wird also disqualifiziert. Buhrufe und Applaus. Зал аплодирует Манфреду Веллеру как победителю. Montwiller ist der Sieger. Теперь вторая встреча. Снова голландец. Das wird hoffentlich. Будем надеяться, борьба будет без ошибок. Mit Spannung erwarten wir. Нетерпением ждем начала поединка между многократным мастером Нико Гордо и Барошем из Будапешта. Гордо нападает. Держит Бороша на дистанции. Нико Гордо имеет обыкновение держать противника на расстоянии и подлавливает того, когда он подойдет ближе. Der Vorteil ist, dass man den Rhythmus des Gegners. Здесь преимущество в том, что противник сбивается с ритма. Такое удержание тоже запрещено. Der Kampf Борьба продолжается. Зрители подбадривают. Schon wieder hält Nico fest. Mit einem Kniestoß. Удар коленом Боро наносит травму. Судья консультирует своих ассистентов. Борш получает удар коленом. У Гордо предупреждение. Так, дальше продолжают. Nico Gordo. Опять запрещенный боковой удар у Нико Гордо. Борш получает, похоже, травму. Опять судья консультирует своих ассистентов, не считает ли тот нарушение правил в данный момент. Город опять получает предупреждение, ему надо быть очень-очень осторожным, так как следующее предупреждение будет означать конец боя и его поражение. Борош оказался на полу. Эти кадры говорят сами за себя. Оба борются довольно жестко. Гордо носит Базакири в голову. При повторе вы можете проследить технику Базари. Это уже пол очка. Венгер держится крепко. Поединок продолжается. Опять нарушение правил. Судья все видел. Борош ударил Нико в лицо головой. Гордо на полу, у него идет кровь изо рта.
Похоже, он ищет свои зубы. Да, вот, нашел. Ну, ему, наверное, они уже больше не понадобятся. Ну вот, боль прошла. Венгр дисквалифицирован. Для Горна таким образом все выяснено. Посмотрим отдельные моменты. Мы видим левый Мала-Базакири Гордона. А тем временем уже третий поединок. Симпатичный Мишель Ведель и швейцарец Фустер. Мишель Ведель известен своими низкими ударами. Это значит, что швейцарец должен быть очень внимательным. Низкие удары достаточно суровые и наносятся продолжительное время по ногам противника. Они удобны при легком весе. Мускулы противника теряют постепенно силу. Мишель Ведель из голландской школы. Я много о нем слышал. Его противник из Цюриха и отличается усердием в тренировках. Фустер защищается великолепно. Ведель атакует спокойно и продолжает наносить низкие удары. Здесь был четко виден удар по левой ноге. Похоже, что очень больно. Но это достойные противники. Ведет атаки правой ногой. Ist ein richtiger Draufgänger. Фустер kann nur noch rechts. Фустер активно стал работать правой ногой. Auf links über. Fängt an, Фустерs rechts. Тут он сделал серьезную ошибку. Da macht einen großen Fehler. Да, это серьезная ошибка. Открыл правую сторону. И Ведель немедленно нанес свой коронный базакири. Мишель получает очко. Фустелю оказывают первую помощь. Публика аплодирует победителю Мишель Ведель. Ведель получает поздравления от 4000 зрителей. Четвертый поединок между англичанином Перри и Цевином Холзе. Beginnt mit einem rechten tiefen. Вот низкая правая атака и левый Мавазакири. Мавазакири. Festhalten ist hier. Такое удержание запрещено. Первое предупреждение. Das sind harte. Вот жесткий прием. Удачная атака правой ногой. Сначала удар, потом Мавазакири. Цевенхойзе. Цевенхойзе versucht wieder zu sich zu kommen. Цевен снова ведет. Welch eine Ausdauer. Wirklich ein prachtvoller Kampf. Вель такой серьезный противник. Und wieder trifft очередной Мавазакири Цевенхойзе.
Stevenhausen ist angeschlagen und er hat nicht mehr viel Kraft, sich gegen Harry zu verteidigen. Harry защищает недостаточно. Ja, er kann nicht mehr länger auf seinen Beinen. Harry не может стоять уверенно на ногах. Wir unterbrechen jetzt die Kämpfe. Поединок окончен. Ein kleines musikalisches Intermezzo. Прервем наш репортаж музыкальной паузой. Вернемся к нашему чемпионату. Каокушин карате. Links der holländische Левый Эрик Констанце. В этой весовой категории он выступает против югослава Зяна Чица. Занчиц известен любителям карате своей жесткостью. Auf seine Blitzaktionen vertrauen können und besonders auf seine schnellen hohen Tritte. Констанце своими быстрыми атаками. Занчиц занимает все в Югославии второе место. Его противник Эрик Констанце, 19 лет, и вес 67 килограмм. Санчиц получает предупреждение за задержку. Good. Хорошо. Gegen diese Kraft kann Erik против такой атаки трудно применить прием низкого удара. Oh, er ändert seine Taktik und schaltet вот изменение auf тактики. Nochmals eine Verwarnung. Еще одно предупреждение за задержку и за то, что тянул противника. Констанция старается вымотать противника. Вроде удалось. Занчиц, очевидно, устал. Публике нравится поединок. Занчиц позволяет Эрик Констанце нанести красивый удар. Все силы иссякли, жаль. Жаль. Победа Эрика Констанце. Und da kommt Frau Wedel, die Therapeutin, um Sanchez. Sanchez подходит сила подняться, он хочет продолжить поединок. Нет, все уже закончено. Will er sogar wieder weiterkämpfen, aber der Kampf ist bereits zu Ende.
Wie hart diese Jungs auch kämpfen, sie bleiben sehr... Оба приветливо обнимаются, и это находит у всех признание. Der Däne Flemming Jensen und... Датчанин Флемин Энсен и Шаренберг из Кёльна. Кёльн-Шаренберг kommt als erster an die Reihe. Собирают деревянные планки. Das ist erforderlich. Их поединок закончился в ничью. Вопрос решат количество разбитых деревянных плит. Die Anzahl der zerbrochenen Bretter. Köln bricht sehr gut. Шеремин красиво разбил. Und jetzt muss Теперь Энсен, попытка нужно большего количества. Это разрешается правилами. Will es nicht wahrhaben. Kann nicht mehr zurück. Есть. Jensen ist ein Энсен превосходный каратист. Его кличка «Кокосовый орех». In Guinness Book of Records ist der Kokosnussknacker. Flemming Jensen gegen Mark Flemming и Марк Остлих. Макса еще не вырос до мастера. Пятикратный датский спортсмен уже признан в Европе. Два тяжеловеса. Jensen lauert offensichtlich. Макс атакует, но Jensen быстро переходит в контратаке. Geht schnell zum Gegenangriff über. Низкие удары используют большинством участников как прием нападения. Leider ist Mas Oyama. К сожалению, на соревнованиях не присутствует Мас Ояма из Японии. Но организаторы здесь ни при чем. Сейчас он находится в больнице в Токио. Der Mann hat zurzeit gesundheitliche Probleme und war lange Zeit in einem Krankenhaus in Tokio. Макса получает предупреждение за уход с матов. Все хотят, конечно, уяснить себе, какое место займет карате в спортивных соревнованиях. Wir sprachen soeben von Mas Oyama. Надо вспомнить Мас Ояма. Это что-то вроде обычных приемов бокса. Zwischenzeitlich ist der Kampf hier ein bisschen härter. Много изменений произведено прямо в карате, но серьезно ничего не случилось. После Второй мировой войны мастера Мас Ояма и Джон Блуме много рассказывал мне об этом старом мастере. Джон Блуме стал экспертом этого вида спорта и многое сделал для его популяризации. Борьба закончена. Флемминг Энсен по праву победил. Свой рассказ я прерву музыкальной паузой. We'll be right back.
Halbertsma links gegen Wedel. Теперь выступление Хальбертса. Halbertsma kommt aus Leeuwarden. Слева против Веделя. Они оба высокорослые. Хальбертс весит 81 килограмм, ему 21 год, у него коричневый пояс. С Веделем мы уже знакомы. Michael Wedel ist с Веделем бороться тяжело. Der Kampf wird härter. Поединок довольно суров. Серия ударов, и вот Хальберт уже упал. Бой выигран. Вот так быстро. Зал аплодирует. Поединок короткий, но впечатляющий. Die Zuschauer mögen dieses Ereignis. Следующий, восьмой поединок. Nächster Kampf, der achte. Hochefen gegen Hochefen против Будды. Будди мастер последних двух лет из Венгрии. Und das will schon was heißen. Ja, da kommt Hochefen. Видно хорошую технику спортсменов. Den eröffnet mit einer guten Technik. Achten Sie auf Budi, 23 Jahre alt. Обратите внимание на Буди, 23 года, 7,6 килограмм, чемпион Венгрии. У него коричневый пояс. Kein unbeschriebenes Blatt. Hochefen пытается наносить удары. Буди более осторожен. Ein schon aus прекрасный Мавазакири. Будди продолжает нападение. In diesem Moment beherrscht в основном здесь прием Мавазакири и Ицазакири. Rechts ein Mawasakiri gekontert durch einen Hitakiri. Jetzt haben wir etwas Zeit. А теперь опять немного истории. Ich sprach bereits über den Gott in Japan, Masayama, der aus dem Школы Фэси вместе с Яма Кюзи заложил основу Кайокушин карате. The Cat genannt, legten die nämlich die Basis des Kaiokushinkai Karate. Übersetzt bedeutet первая часть слова означает дом, храм. Und Shin, der вторая часть Шин, душа, дух. Масайама говорил. Карате должно выходить из души, это не спорт, а образ жизни. Таким образом, это особый вид философии. Dann könne man erfolgreich sein und man müsse das Ganze als eine Art Philosophie sehen. Zurück zum Kampf. Вернемся к поединку. Два спортсмена ведут бой в прежнем стиле. Они оба истинные сторонники Каушин карате и поддерживают отношения со школой Масаяма, которая довольно распространена, кроме Японии. Und Oyama war anschließend drei Jahre lang sein Lehrer. Vergessen wir aber bitte auch nicht, dass Männer aus Oyamas Schule in Japan zum Beispiel als Leibwächter angeheuert wurden, zum Beispiel für den Premierminister. Ей даже занимается премьер-министр. Thank you.
Oh ja, das soll... Ну вот и ловушка. ...soll einen Tritt auszusuchen. Das wird sicher eine Mühe. Поединок стоит больших усилий. Я вернусь еще на одну минуту в историю этого вида спорта. Ну вот удар коленом в голову, точнее в лицо. Фатальный случай. Это спорт неожиданностей. Спортсмену требуется серьезное обследование. Его бережно уносят. Vorsorglich wird auf der Bahre weggetragen, untersucht zu werden. Таким образом, поединок закончен. Das ist einen Applaus wert. Да, поединок закончен. Ein fantastischer Kampf. Прекрасный поединок. Von den Schwergewichten От тяжеловесов к легковесам. Девятый поединок. Ein reines Amsterdamer Ereignis. Оба из Амстердама. Слева Декман. Право Питер Хокман. Beide aus Amsterdam. Декман 17 лет, противнику 20 лет. Декман 268 килограмм, коричневый пояс. Хокману 69 килограмм, он тоже коричневый пояс. Хокман 69 кило и имеет ebenfalls den braunen Gürtel. Das Tempo liegt hoch. Zurück zu meiner Geschichte. Опять мой рассказ. В 61 году Жан Блюм вернулся из Японии, у него было 4-й дан и Каокушин. Начинает распространяться в Европе. Он тренирует людей в Голландии, в Амстердаме. Здесь мы видим молодых спортсменов из этой школы. В 1975 году Блун стал мастером. Ну вот, наконец, левый Мавазакири. Вот ответный. Публика довольна. Красивый поединок. Дейкман hat Vorteil. Преимущество Дейкмана. Хокман осторожничает. Ма
Масояма, der Масояма сказал, что Каокушин исходит из души. Об этом можно было бы не думать, но сегодня на соревнованиях это видно очень хорошо. Der Sieger Dekman in seinem Sport. Dekman победил в легком весе. У него впереди финальный поединок. Вот и десятый поединок. Ja, jetzt kommen wir zum zehnten Kampf. Die Schwergewichtler. Да, десятый поединок, тяжелый вес. Flemminger из Копенгагена против голландца Корин Шебергера. Коленберг 26 лет, 73 килограмма. Корин Шеренберг 27 лет, вес его 82 килограмма. Достаточно жесткая борьба. Похоже, что Корину нелегко. Повреждена левая рука. Flemming нападает, Шаренберг защищается. Близко к завершению. Каждый стремится к активному нападению. Опять низкий удар, но на него следует ответный. Und wieder kommt der tiefe Tritt auf den Oberschenkel. Вот опять низкий удар. Das wird die Entscheidung sein. Ну вот решение. Победил Flemming. Ja, der Sieg geht an Flemming und er lässt Flemming десятый победитель соревнований. Flemming ist der Sieger des zehnten Kampfes. Und jetzt теперь 11-й поединок, тяжелый вес. Нутка и швейцарий Кук. Кук очень суровый борец. Ушли с ковра. Вроде удар слева, Нутка упал. Да, победил швейцарец. Публика аплодирует. Двенадцатый поединок. Мишель Ведель против Макса из Люксембурга. Он 90 килограмм, ему 24 года. Макса спокойнее и уверен. Маленького Вебеля. Медленная борьба, но подождем. Судья останавливает. Да, борьба довольно скучная, но победил Гевель. А теперь легкий вес. Оба из Великобритании. Филлипс и Джонс.
Ein Tritt gegen die Innenseite. Удар Джонса. Lässt Jones hinfallen. Mit Verletzungen lässt sich. Опять удар, но похоже с травмой. Zu unserer Kaiokushin-Story. А сейчас вернемся к истории Кайокушин. Hat ihn hervorgebracht. Etwa 500 vor Christi entdeckte der. Центр буддизма развивался, теперь уже на него обратил внимание христиане. Такаямаши. Они были уверены в индусских храмах соединения медитации и способов защиты. Потом отправился в Китай с группой монахов и основал там центр буддизма. История гласит, что по дороге на него напали разбойники, но прекрасное слияние медитации и техники защиты монахи одолели разбойников. Tiere wie Affen, Adler, Tiger, Drachen, Schwäne, Leoparden und Flamingos sich zugute gemacht hatten. Einen Augenblick, Herr. А теперь посмотрим поединок. Хорошая атака и Джонс на ковре. Ja, was gibt's denn? Hier sehen Sie einen. Здесь видим, как Филлипс пытается использовать узи Марахакири. И мы получаем некоторое удовольствие от поединка. Und ich bin der Meinung, dass wir uns diesen besonderen Kampf ansehen sollten. Da. Nochmals, dieser... Вот опять это узири, Мавазакири. Хороший был удар. Короткий. Ja, das war ein guter... Все, да, бой окончен. Филлипс вышел в финал. Следующий поединок. Филлипс wird das Finale bestreiten. Das war aufregend. Du hast mich zu Recht unterbrochen, André. Auf zum nächsten Kampf. Теперь Флемен против Кука. Was erwarten Sie von diesem Kampf, Fernhaut? Что мы ждем от этого поединка? По-моему, это должен быть центральный поединок этих соревнований, так как здесь выступают два аса Кайокушин в карате. Но больше шансов, по всей видимости, у Флеменса. Флеменс очень разносторонен, атакует ударами, и многие удары достигают цели. Да, это верно. Видно мастерство того и другого. Оба ведут жесткую борьбу. У них легко получаются удары и приемы, и это делает привлекательной их встречу. Это был удар Кока, но Флеменс хорошо защищается. Spitze dieser Kampf. Это мастерство. Оба противника достойны друг друга, и мы знаем, что от них можно ожидать. По-моему, очевидно преимущество Флеменса. Но видно, что каждый уверен в себе. Вы можете заметить, что пока атаки не достигают цели, Кук провел базакири. Sie können sehen, dass Volltreffer. Я забыл о том, что монахи прекрасно защищались от разбойников. Вернемся к нашей истории. Они использовали связь медитации, техники защиты, и называлось это Саолинь. А в наше время это одна из разновидностей бокса. Auf diese Weise kreierten sie eine Kombination von Meditation und Verteidigung. Der eine nennt es Xiaolin, heutzutage wird es auch Tempoboxen genannt. В
Zurück zum Kampf. Es wird sehr, sehr spannend. Тем временем борьба закончена. Она была захватывающей, победила Флеминг. Хук по-доброму принимает поражение. Следующий поединок. Старые знакомые. Мишель против Будди. Будди держит Мишеля на дистанции и использует свои короны и низкие удары. Удар левый уже три раза. Достаточно жестко. Осторожно. Vorsicht! Техника нарушена. Будди должен напасть, но Геббель наносит низкий удар. Поединок продолжается. Геббель идет к своей победе. Да, вот левый удар, и итог это правый удар теперь. Красивое выступление. Это борьба. Будет продолжение? Еще не знаю. Нет, Геббель не видит своего противника и совсем уверен в победе. А теперь мы смотрим финал легковесов. Эрик Констанция против Филлипса. Спокойное начало, но подождем. Все пока спокойно. Напомню, Эрик Констанция из Роттердама, ему 19 лет, 67 килограмм, и у него коричневый пояс. Он чемпион Голландии. Ну, мальчики. Ну вот неудачный удар. Когда Филлипс снова пытается атаковать, Констанция удачно защищается. Филлипс, похоже, травмировал ногу. Теперь финал тяжеловесов. Мишель Геббель и Флеминг, два больших мастера. Хорошие атаки.
Это истинная Каокушин карате. Оба используют все свое мастерство. Удар Уси-Кири, который наносит Мишель, попадает Йенсену в голову. Йенсен упал. Такова борьба. Противники, конечно, достойны друг друга. Йенсену, правда, надо больше усилий. Финал подходит к концу. Юнга. Hat Jensen getroffen? Jensen защищается. Да, вот и удар. Снова Зайкири. Серия ударов, и Jensen сбит. Und kassiert hier noch einen Mawasakiri von Wedel. Sein Kiefer ist getroffen, gebrochen vielleicht. Flemming Jensen muss aufgeben und Michel Wedel. Flemings выиграл Энсена, Мишель Гебель из Голландии победитель. Итак, первое место Эрик Констанция, легкий вес, второе Филлипс из Великобритании, третье Эйнтром из Голландии. Тяжелый вес Мишель Ведель из Голландии, второе место Флеминс Эссен, третье место Эйнрик Кук из Швейцарии. Новый чемпион Европы по Каокушин карате Мишель Гебель. Его приветствуют 4000 зрителей. Мы говорим вам до свидания и благодарим вас за проявленный интерес.